Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Яна. Сегодня хочу вам показать и рассказать, как я заготавливаю субстрат для посадки орхидей, как я вывариваю кору. Я ее уже отварила, дабы не записывать долгое видео. Для начала я не беру большую крупную фракцию коры. Я всегда делаю мелко-мелко-мелко рубленые кусочки. Так мне гораздо удобнее. У меня очень много малышей орхидей. Есть детки, есть отросточки, есть и подросточки с Азии. Вот недавно один приехал. Вот. Плюс я еще планирую завести камбрии от антаглоссумы, анцидиумы. Поэтому мне больше нравится вот такой вот субстрат. Здесь вперемешку уголь, кора, керамзит. Вот. Все мелко-мелко. Здесь около 4 литров получилось. Сначала я вывариваю, заливаю все дело кипятком. Все это вывариваю. Потом оно у меня томится на медленном огне в течение 3 часов. Затем я снова заливаю все кипятком. Я сливаю старую воду, заливаю все заново кипятком и закипечиваю еще минут 15. Потом это все дело остывает. Я процеживаю. И, возможно, если кора была, допустим, не особо хорошего внешнего вида данных качества, то я еще проливаю иногда искрой. Просто проливаю, не замачиваю субстрат, а проливаю, мало ли там, чтобы никто по-быстрому туда не завелся. Эти всякие подуры любители влажного субстрата. Вот, это дело я уже сделала, мне осталось только кору отцедить. Большая 4-литровая кастрюля у меня уже готова. У меня еще стоит 6 литров такого субстрата. Вот. А все это я делаю для того, что хочу посадить свою малышку-азиатку. Нью-Йорк, который ко мне приехал вчера. Я уже приготовила для него новый горшочек. Обработала его уже фитоспорином. Освободила от мха. Мох я весь размочила, стаканчик. Вот какая у нас корневая. Есть и плохие корешочки. Ну и слава богу, очень много хороших живых корешочков. Вот стаканчик я взяла чуть-чуть больше по размерам. На дно я положу дренаж. Сверху кору. Возможно, добавлю чуть-чуть мха. Как вы видите, я уже дренаж положила. Приблизительно около 1,5 сантиметра. Дренаж тоже кипяченый. Усадила своего красавца в горшочек. Засыпала уже корой. Сверху мох. Мох я тоже обрабатываю кипятком. Мох я взяла именно тот, в котором он пришел. Он неплохой. Мне он вполне понравился. Я думаю, что ему будет приятно. С этим мхом, но мха было совсем чуть-чуть, видите, по краям. Чуть-чуть, чтобы не под центр, не под ствол, не под сам. Далее заполнила горшочек корой. Видите, корешочки прекрасные, зелененькие, живые. Сейчас зафиксирую растение и сверху положу мох. Ну вот и все. Мох я уклала. Орхидейка зафиксированная. Поливать ближайшую неделю, а то и дней 10 я ее навряд ли буду, потому что кора конкретно пропитанная. Мох такой же. Поставлю ближе к солнышку, к окошку. Буду наблюдать за растением. Буду ждать скорейшей его адаптации. Вот такая вот мини-посадка. Кому интересно, есть какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментариях. Ну, кору я, да, я рекомендую, конечно же, обрабатывать, прокипечивать.
Это в целях безопасности ваших растений. Потому что я не всегда доверяю коре, которую мы покупаем в магазине. Там будет написано, что грунт готов для посадки, все там, все прибамбасы, все выполнено по нормам. Нет, не всегда такое бывает. Кору, может быть, там просто пособирали по сусекам, поскребли, в пакеты нафасовали и отправили к нам на продажу. А мы доверяем, верим, не проверяем, садим, а потом начинается то подуры, то еще какая-нибудь бяка там бегает. Вот. Ну, поэтому я люблю перестраховываться. И растениям гораздо легче так. Даже проходить ту же самую адаптацию, нежели посадить в кору, а потом обрабатывать, обрабатывать и обрабатывать, лишний раз травить растения. Вот. Я думаю, что со мной многие согласятся, что нужно обязательно обрабатывать субстрат перед посадкой. Кто-то может не согласиться. Это ваше право. Я за свою орхидею не волнуюсь. Она у меня, скажем так, уже конкретно в качественном домашнем субстрате, отварном, прокипяченном, должна пройти адаптацию успешно. Кому интересно, заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь со мной своим опытом. Всегда очень рада, очень приятно знать, что я такая не одна любительница растений, что есть люди, которым тоже интересна судьба орхидей, тоже заводят, разводят растения, заказывают их из Азии и на разных сайтах. Очень интересно, когда все делятся своей информацией, у кого, откуда какая орхидейка приехала, какой поставщик откуда лучше высылает, как утепляют и так далее. Ну все, с вами была Яна. Хорошего весеннего настроения. Всем пока!